Здравствуйте. Для того, чтобы открыть запланированное собрание, вам нужно зайти в команду, выбрать вашу команду, дальше нажать на запланированное собрание, нажимаем на него и дальше нажать кнопку «Присоединиться к собранию». После этого нажимаем «Присоединиться сейчас», и вы находитесь в своем собрании. Как можно попасть в наше собрание, которое уже было создано? Мы уже поставили ссылку в Платонусе. Мы заходим в Платонус, в учебную аудиторию. Дальше выбираем лекции. Нажимаем кнопку перехода. Здесь у нас есть кнопочка «Вебинары». Здесь у нас виден вебинар. Мы дальше нажимаем на кнопочку «Перейти». Здесь будет логин, пароль конференции. Нам ничего вводить не надо. Нажимаем «Войти». И вот нас перебрасывает, получается, в Microsoft Teams вкладку. Здесь мы нажимаем «Открыть приложение через Microsoft Teams». И заходим в нашу конференцию, которая у нас была создана.